Всем привет, дорогие друзья. Это Савва, мы продолжаем играть в Бурказла. Значит, сегодня у нас будет Сека вместо Бурказла, и мы пойдем с ней за мостом охотиться на каких-то машин. У нее есть какой-то план, и мы будем его придерживаться. Сразу начинаем приступать. Поехали. Значит, где-то здесь 100 метров должна быть Сека. Но он за тем мостом, видимо. Кто это, чужеземка? Не твое дело. Кто это, чужеземка? Кто это, чужеземка? Встретиться с Сейкой и идти к башне. Да, единственное, что нам нужно... Элой, сюда. Да я здесь. Я хотел посмотреть, нет ли здесь кабана. Нет ли здесь каких-нибудь вкусных ягод, которые мы будем потом активно поджирать? Надо тогда, если у нас будут проблемы с ягодами, переключиться на среднее целебное зелье. Будем его есть. Привет, я пришла. Так как нам попасть к башне? К ней ведут эти тропы. Выбирай. Ладно, пошли. В смысле, выбирай? Там кто-то вылез, по-моему, только что. Ты много знаешь о моем народе, но я о тебе не знаю почти ничего. Скажем, кого ты ищешь на подъеме звезд? Одного беглеца. И все. Это твой ответ. Давай сперва доберемся до башни. Какая секретность. Просто Элой не знает про министерство не твоих собачьих дел. А если бы знала, то она дала бы тебе достаточный ответ для этого. Любопытно. Ну-ка, обшарю. Ну, обшарь этот сундучок, Элой. Смотри, какой он манящий. О, молодец. Свинка. Там прям кто-то очень сильно орет. Мне кажется, это кто-то... На днях я видела, как башня расстреляла целую стаю. Бедняги упали в море к югу от конца флота. И я таких еще не видела. Башню надо уничтожить. Зачем? Давай будем лутаться с водокрыла. Это как светокрыл, только гребень у него другой. До появления башни мы часто видели, как они ныряют в море у побережья. Хрена, там Громозев живет. А, и эти тираннозавры несчастные. Мы туда пока не пойдем. Звучит как-то подозрительно. Да и выглядит точно так же. Ну ладно. Мы приближаемся к башне. В прошлый раз подобраться к ней я не сумела. Мы найдем путь. Сейчас все найдем. Сейчас все будет. Только вот это вот выглядит как засада. Там какой-то машинный отросток. Я таких не видела. Похоже на яйцо. О! Машина вылупилась! Яйцо слепня. Короче, и здесь слепни. Понеслась! Действительно понеслась. Дай-ка мы уры. Так, а если мы эти яйца будем бить издалека, интересно? Это будет хорошая мысль или так себе? О, еще один слепень. Оп. Есть еще желающие? О, вон еще слепни. Блин, хорошо, что они с одной стрелы падают. Ладно. В прошлый раз их тут точно не было. Короче, машина откладывает яйца. И если яйца поломать, они не успевают ничего сделать. Чувствую, нам эти ребята еще крови попортят попозже чуть-чуть.
Слишком много сухостоя. Выглядит как поляна для замеса. Я точно все правильно делаю? Блин, они заставили меня потратить хреновую кучу стрел. Ценных, между прочим. Фу, эти яйца тут повсюду. Да, и мне кажется, мы скоро узнаем, кто их отложил. Пойдем внутрь, но осторожно. Думаешь, их кто-то отложил? Хм. Вечер перестает быть томным. Ну, давай посмотрим. Гейзер какой-то прям. Что-то какие-то подозрительно легкие. Странно. Наваляем их! Ну, они легкие, но их что-то очень дохрена. Блин, дохрена это не то слово. Так, а где там костер 80 метров? Пойдем к костру сначала сходим. У тебя какое-то дело? Или не сходим? 70 метров. Костер наверху, что ли? А это такой? Здесь нужен огонь. Ого! Вот это махина! Чтобы попасть в башню, придется ее убить. Зачем? Ну, раз так, вперед. Давай. Покажи класс. А зачем ее убивать-то? Чем она вам мешает? Ты же не на нее напала, я надеюсь. Нет, кажется, она на нее напала. Там нужен огонь, но у нас есть только молния. Хотя бы что, у нас огонь есть? Нет, нет у нас огня. У нас есть около такой огонь. Подойдет? Берегись кислоты! Ой-ой-ой-ой! Ого, глянь, как прыгает! Я уже заценил. Это жаба. Прикольно. Хотя прикольно мало, конечно, но это жаба. Ой, у меня там что-то бомбануло. Так, бежать надо отсюда. На тебе. Открой пасть. Упс. Так, ладно, где мои обычные стрелы? У-у-у-у-у. Какая штука. Так, а что там у тебя отстрелить можно? Ой, блин, вот эти, это еще. Только вас еще не хватало. О, это ты правильно повернулся, молодец. Так, бежать надо отсюда. Топ. Так, что-то у тебя еще-то из интересного. Вот такая штука. Так, отобьем ее. Опс. Какой кислотный парень, а? Так, отобьем вот эту хрень. Не, что-то не отбивается. О, отбилась. О, туда. Не успел. Упс. Блин, опять эти говно... В смысле этим. Негодяи, короче. Нехорошие люди. В данном случае нехорошие машины. Так, они явно нам будут мешать, их придется убить. Упс. Так, что тут у тебя еще? Покажи мне. Полностью согласен. Слушай, давай ты ее будешь танковать. Че она на меня нападает? О, вот туда. Опс, 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 опс. Камушек. Бежать. Камушек, это было нехорошо. Так. Ты уходи. Что у меня со стрелами? Стрел у меня немного. Так, бежать.
Блин, вот этих вот очень много мелких. Просто капец. Так, теперь где эта тварь? А, вон она, кстати, начала ее танковать. Молодец какая. Все замечательно. Сейчас мы поставим себе раз стрелу, два стрелу и... Чпуньк! О! Пока этот товарищ не хочет с нами сражаться. О, хорошо, замечательно. Сейчас добью, подожди. Если попаду, конечно. Не могу пока попасть. Я бы не сказал, что она прям так уж еле держится. Ой-ой-ой. О, ну, по крайней мере, в пузико попал. Упс. Ой, опасно. Ой, опасно. Я хочу просто, чтобы пузико бомбануло. Но что-то пузико как-то не хочет бомбить. Не, ну, в принципе, ладно. Так тоже нормально. Это называется лук. Я лихо обращаюсь с луком. Так, он не хочет там сдохнуть, нет? Сдохнуть не хочешь? Да, живучая скотина. Я, правда, так и не понял, почему нам надо было его убивать и нельзя было обойти. Но, видимо, для того, чтобы мы собрали много ценного лутца. Отбрыкалась. Как написал мне человек, бой, что надо. Надо пойдем. Переименовать канал в ценный лутец. Я думаю, что это отличный план. И где-то здесь, когда она еще сказала, что нам надо обязательно с ним сражаться, я помню, я что-то интересное видел. Только сейчас я что-то перестал это интересное видеть. Тут явно был какой-то эпический фрагмент, но эпический фрагмент где-то затерялся. Ну ладно, хоть так. Пошли! Погоди, погоди. Пошли. А кто же будет собирать ценный лутец? Ты куда это? Куда-куда? Я собираю лутец. У тебя-то все бесконечно, это же скриптовано, я-то нет. Надо будет предупредить патрульных. Может, тут есть еще такие машины. Ну и жизнь, что ни день, то новая напасть. Мне это знакомо. Сюда. Хм. Куда? У меня получится. Ты как, допрыгнешь? Легко. Дальше я не заходила. Не смогла придумать, как забраться. Погоди, я осмотрюсь. Смотри, изи. Поднимаемся вот сюда и тараним лбом. Давай. Не сработало. Значит, придется дергать. И все. Илой завалила камнями только что. Быстро, что управилась. Что до беглеца? Я должна знать, с кем мы имеем дело. И он, и мои сородичи на подъеме звезд. Это не случайность. Его имя Уолтер Лондра. Он Зенит. Ну, вы, Квен, назвали бы его живой легендой. Живой легендой? Но тогда выходит, что он прожил столетие. Ага. Окати меня, волна. Ты не шутишь. Как говорил Копатыч, забодай меня, пчела. Иди первый. Подожди, подожди. Здесь нельзя выйти. А здесь можно. А че это она меня первой пропустила? Она, видимо, знает какую-то подлянку.
А, ну, залезай, Сейка. Спасибо. Ну зачем мне щит крыло, когда я могу просто вот так вот проделать? Хм, странно. Может, потом надо быть? Ты сможешь открыть тот лаз? Конечно. У меня теперь новая мышка, я теперь все могу. Даже пытаться бесполезно. Как? В смысле бесполезно? Можно попробовать подтянуться к тому лазу. Вот к этому? Откуда подтянуться? Это что-то новенькое. Налетает, она дерется с машиной. Вэм, которых я встречала раньше, они меня узнали. Я выгляжу как одна из легенд. Но среди вас нет искателей, так что вам это не бросилось в глаза. Жаль, мы не встретились раньше. Мы бы столько успели вместе. Твое племя тебя, наверное, очень ценит. Вообще-то я с детства изгой. О, сочувствую. Да мне одной лучше. Может, и тебе пойти своим путем? Я видела, как тебя встречали. Я моряк, верный слову, а не какой-то трус, прячущийся, как только начнется шторм. Ладно, не бери в голову. Так, подожди. Но мне же явно надо было сюда. Не, 100% мне надо было сюда. Так, ладно. А здесь тогда? Вниз, что ли? Или вот туда наверх? А, вон за эту штуку надо зацепиться, все, я понял. Надо чаще использовать визор. Вернулась? Ну пойдем. Откуда вернулась? Что-то несешь, женщина. Я никуда не уходил. Ло. Ла. Так, использовать щит-крыло. То есть ты мне предлагаешь вот туда вот спланировать, да, как белка-летяга. Угу. Ну давай. Вот это ловко. Я поищу другой путь. Давай, может, ты мне имело бы смысл. Чьи-то то, что мы идем вместе, желательно бы... Почти добрались. Долезем, подумаем, как ее отключить. Я думаю, что все будет немножечко не так просто, как нам кажется изначально. Похоже, башня нашла еще одну мишень. Выглядит это все крайне подозрительно. Но кто-то здесь сложил костер, тем не менее. Вообще без вопросов. Башня сбила еще одну. Скорее бы ее отключить. А зачем? Вы можете лутать осколки бесконечно, пока она их сбивает. Это очень выгодно. А потом, когда наберете себе целое состояние, по вашим меркам, тогда и отключите. Нет у вас предпринимательской жилки совершенно. Нам дали немножечко... это как раз вот эта вот штука, да? Да, лучезар. Это местная валюта, за которую можно всякое получать. Так. О, вы нашли кусок лучезара. Редкого и ценного ресурса. Лучезар, спрятанный в разных уголках пылающих берегов, можно использовать для улучшения некоторых видов оружия и предметов, а также для торговли с определенными торговцами. Это как зеленые осколки, только не зеленые. Так, а куда ты нам говоришь идти-то? Ну не вниз же. Нам нужно куда-то наверх. Так, а как я тут проход куда-то наверх? Такое ощущение, что она чего-то знает.
Значит, мы пришли отсюда. И здесь прохода нет. Так, значит, я не вижу какую-то объективно очевидную вещь, которая позволит нам туда попасть. Какую? На, вот эту, видимо. Сейчас будет какая-то жопа. 100%. Добрались. Хм. Да, эта башня смотрится вполне в духе Лондры. О, ничего себе. Ну, что же нам делать? На такую верхотуру не залезть. Нас сейчас не атакует? Давай осмотримся. А давай ее перевернем или просто перережем кабель. Вот здесь вот есть, например. Усиленные провода, соединяющие охранный дром с узлом управления. Я никогда такого не видела. Как же нам с ней разобраться? Ну, если у нас перестанет глючить визор, я думаю, что мы разберемся с ней. А пока можно вот туда сходить. Или нельзя? Хм, нельзя. Ладно, может отсюда не будет глючить визор? Давай по ней жахнем. Нельзя, да? А по кабелю? И по кабелю нельзя. Значит, сходим по кабелю вот туда. Он же нас должен куда-то привести. Возможно. Я нашел пока что ценный лутец. Это считается? Я ж туда не могу забраться, да? Так, туда я забраться не могу. Но как-то я сюда забраться должен. Вопрос откуда? Ту-ту-ту-ту-ту, не отсюда. Так, а где тут проход-то тогда? Где-то должен быть проход. Прям в каком-то очевидном месте. Похоже на какой-то узел доступа. Узел управления. Точка доступа к охранному дрону, возможно, уязвима к блокираторам армейского образца. Возможно. У нас есть такой? Опускается! Элой, надеюсь, ты оценила мою башню. Для тебя ведь старался. Прекрасно. Послание от Лондры. Это чтобы ты помнила. В отличие от моих бывших коллег, я всегда на шаг впереди. Сейчас что-то будет. Сейчас будет стрелять нас. Прячься! Я вообще думал, что он по мне не попадет, если я стою за этой штукой. Значит, что мы должны с этим делать? Не надо никого отвлекать, подожди, он по мне не попадет. Уязвимое место охранного дрона вот. Эй, смотри сюда, ты! Жуткая блестящая куча хлама! Ладно, у него есть уязвимое место. Вон оно. Только я туда попасть не могу. Но сейчас мы сможем туда. А нет, не сможем. Так, значит, надо, видимо, зайти со спины. Если мы не можем зайти отсюда... Значит, видимо, где-то можно зайти со спины. О, смотри, он там что-то раздолбал. Броню не пробить. Да? Очень жаль. Так, раз броню не пробить, но он здесь может раздалбливать куски, значит, нам надо, чтобы он раздолбал что-то. Ну, ядро питания, мы поняли, да. То есть надо, как бы, чтобы он почему-то попал. Мы дальше куда-то прошли и что-то смогли после этого сделать. Нет, по-моему, ему не слабо в тебя попасть. А, во! Так, вот теперь мы наконец сможем попасть сюда. Потом попасть... Так, потом попасть куда-то вот сюда. О, здесь у нас есть цветочки. Надо просканировать стрелковый механизм. Получай! О! Это что-то новенькое. Что это здесь? Здесь у нас какой-то подъем. О, че, если тут, смотри, что можно делать. Вижу. Мне туда. Я тоже вижу, что тебе туда, только не вижу почему. Угу, теперь вижу почему.
Так, ну, собственно, я так и думал. Элой! Не знаю, куда ты пропала, но... Надеюсь, ты близка к цели. Тут становится жутковато. Ну, по нашему плану, я должен забраться на самый-самый верх, или что-то типа того. После того, как я туда заберусь, я должен ему попасть со спины куда-то. Так, надо просканировать. Кажется, оно тебя вот заметило! Оно. Ядро! Прячься! Разобью его, орудие отключится. Не в нее! Меня тут нет. Так, он сейчас бомбанет, да? Да! Оно отвлеклось! Давай, действуй! Ну что, сдулся? Ай, твою мать! Ой-ой! Ты цела? Все на месте! Как ни странно, да. Берите еще одно ядро! Сейчас, продолжай отвлекать! Это еще не все, да? Нужно бить по ядру питания. Я это и делаю. Вот так! Кажется, осталось еще одно! Да твою мать, сколько их у тебя? Какой хороший дрон. Ну-ка, отвлеки его. Ну, хоть бы что. Да, отсюда хрен попадешь, я согласен. О, отсюда попадешь. 100% надо было как-то по-другому это делать. Вот не так, как я сейчас. Ну, какая разница? Если что-то работает, то, в принципе, это уже неплохо. Так, давай мы обыщем безумную железяку. Элитные критические попадания мы с него взяли. Надо будет куда-нибудь его впихнуть потом. Ну, вышло не совсем так, как я думала. Да нормально вышло. Во! Теперь твоя машина доставит нас на подъем, да? Да. Я видела, как она улетела. Я верну ее. Мы еще на шаг ближе к сестре и к легенде, которую ты ищешь. Но сначала мне нужно доложиться адмиралу, сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ладно, тогда встретимся в поселении. Знаешь, твоя помощь пришлась кстати. Сейка не похожа на других Квен. Это факт. И прежде чем идти к Сейке, можно осмотреться, раз башни больше нет. А заодно набрать припасов. Что-то вы со своими припасами слишком часто мне начали рассказывать. Подозрительно как-то. О, птицамонт мой. Так, а я могу позвать птицамонта? Ну-ка, лети сюда, птицамонт. Дай-ка мы осмотримся тогда здесь. Другое дело. Небо зовет. Крепыш, вперед. Так, давай вот туда вот. Так, как тебя спустить, ты говоришь? Це. Есть вот такая вот штучка, которую мы не полутали. И не полутаем, да? Да, особо мы ее не полутаем. Ладно, давай сначала на самый верх тогда взлетим. Посмотрим, что там. Ну, судя по всему, тут ничего. Ну да, наверху этой башни, короче, ни хрена нет. 400 метров туда, и здесь куча еще каких-то... Каких-то вещей, каких-то вещев непонятных. Ну, на самом деле, не такая огромная локация. Ну, хотя нет, подожди. Не, локация приличная, ладно. Я был неправ, беру свои слова обратно. Значит, нам нужно будет добраться до конца флота и добраться еще... Ладно, давайте мы сделаем вот так вот. Мы, наверное, доберемся до конца флота. Пока будем идти по сюжету, если потом станет слишком скучно, то будем от него отходить куда-то в сторону. Потому что пока интересно, чем дело кончится. Потому что все вот эти вот дополнительные просьбы, это, конечно, здорово, но при моем уровне уже не критично. Вообще не могу сохраниться. Я хочу сохраниться. О,
Я могу сохраниться. Вот отлично. Значит, я сохраняюсь, а в следующем выпуске мы тогда пойдем продолжим по сюжету идти и посмотрим, куда нас еще занесет. Узко известный в широких кругах. Строил заводы в игре Виталях. Строил заводы. Чужие смотрел. В общем, контент делал так, как умел. Зритель внимательный, ловит момент и оставляет правдивый коммент. С ним соглашаюсь, конечно, и я. Автор не видит порой небуя.